результатом довольны. Также рады, что поиграли почти все, участвовали в игре, почувствовали какой-то игровой ритм, который необходим в большей степени тем ребятам, которые стоят на скамейке. Что еще сказать? Нижневартовск, как мне показалось, там в первых двух партиях особо сами не верили, что они могут оказать достойное сопротивление. Я видел по их лицам, я знаю эту команду, она очень такая амбициозная, и когда они с желанием и уверенностью начинают играть, то любому сопернику будет с ними сложно. Вот. Сегодня они где-то это почувствовали в третьей партии, возможно, увидев на той стороне молодежь нашу, да, а не наших лидеров.